Припарковать автомобиль на своем участке Нина Костюкова не может с начала лета. Въезд на ее огород перегородили проложенные недавно водопроводные трубы. Я прихожу еще, когда сварщик только это, ну, варил. Был выходной день, вот в июне-то. Я говорю, а как мы ходить-то будем? Вы что, говорю, вот нам перегородили дорогу, калитку-то. Он говорит, забор поднимайте. Я говорю, ну куда я забор буду поднимать? Там у нас это, он, ров какой-то, значит, надо это привезти что-то. Вот. Ничего не знаем. Все. Стал варить молча. На ситуацию Нина Костюкова пожаловалась председателю садоводческого общества Валентину Шестакову. По словам женщины, он посоветовал им устранить проблему своими силами. Закапывайте сами. У вас вроде муж, вот и закапывайте. Я говорю, а почему мы должны закапывать? Вода-то же не нам. Ладно, мы, я говорю, лично вот мне надо было, я вас просила, говорю, мы бы все сделали это. И говорю, и там закопать что, вот такие вот валуны. Вот он нам проезд таким заделал. Говорит, там вручную никак не сделаешь. В администрации садоводческого общества «Красная звезда» нам сообщили, что пока не завершился огородный сезон, проблему Нины Костюковой решать не будут. Для того, чтобы закопать трубы, необходимо на какое-то время перекрыть воду. А это вызовет недовольство собственников дачных участков. Время надо, чтобы сделать эту работу. То, что у ней забор низко стоит там, ну кто виноват? Сейчас посмотрим, воротами она редко пользуется. Посмотрим, что сделать, трубу, новую убимую трубу, там занизим ее. И все. Там проблем какие? Нет проблем. Валентин Шестаков заверил, что в сентябре они обязательно закопают трубы. И Нина Костюкова сможет снова беспрепятственно пользоваться своими воротами. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.